Почти 12 тысяч километров. Это расстояние между двумя столицами. Одна из них в Сибири, другая в Мексике. Что их связывает? Мексика достаточно давно эксплуатирует вертолеты типа Ми-17. Там, где есть вертолеты российские, соответственно, они нуждаются в помощи, в ремонте, в обслуживании. Первые вертолеты мы получили летом прошлого года. Все 19 у нас появились где-то примерно в сентябре прошлого года. И вот за год мы восстановили все вертолеты. Доставить 19 вертолетов из Мексики в Новосибирск. Почему выполнение этой задачи доверили предприятию в далекой Сибири? Новосибирский авиаремонтный завод входит в холдинг «Вертолеты России». Это одна из серьезных площадок по ремонту вертолетной техники в России. Практически 50 лет в своей жизни предприятие ремонтирует исключительно вертолеты. Когда мы оценили состояние мексиканских вертолетов, мы поняли, что заказчик их содержал в нормальном состоянии, и вертолеты вполне ремонтопригодны. Была достаточно длительная проработка самого контракта, детальная проработка. Договор получился очень качественный, все детали в нем хорошо прописаны, поэтому это помогает работе, конечно. Новосибирский завод в первую очередь – это, конечно, качество. Это соответствующие экономические индикаторы и, проще говоря, это цены. И, конечно же, опыт и профессионализм, наличие здесь компетенции по ремонту. Мы выполняем капитальный ремонт. Практически вертолет полностью разбирается, производится полная дефектация, оценка технического состояния. Ремонт в полном объеме выполняется, потом испытания. Летные испытания, испытания агрегатов стендовые. После чего ставится отметка в формуляре, что вертолет полностью годен, соответствует техническим требованиям и подлежит дальнейшей эксплуатации с установлением очередного межремонтного ресурса и календарного срока службы. С мексиканским заказчиком комфортно работать. Люди объективные, грамотные. Мы понимаем друг друга как на нашей территории, так на их территории. Они практически первый раз в Сибири оказались. После того, как первая партия вертолетов четко по сроку попала в Мексику, у них, конечно, вот все сомнения растаяли. Ну вот посмотрите, вертолеты как новенькие стоят. Вышли из ремонта, покрашены. Все системы, агрегаты прошли контроль, ремонт. Мы надеемся, что то качество ремонта, которое НАРС продемонстрировал, позволит и дальше нам ориентироваться на этого заказчика. Всего один год работы. И 19 винтокрылых машин готовы снова подняться в небо над Мексикой. Спасать жизни. Выполнять те задачи, которые под силу не каждому. Но когда им требуется помощь, в Сибири есть те, кто может ее оказать. Мы вертолет, передавая заказчику, не бросая его на произвол, да, а мы его сопровождаем дальше.
цель всего этого, чтобы вертолеты не стояли на земле, чтобы они эксплуатировались. Вертолеты летают, и наши гости отмечают то, что простой вертолетов минимизирован. Новосибирский авиаремонтный завод. Сервис не знает границ.